Приветствую вас на своем канале. По просьбе зрителей решили провести эксперимент. Погрузили нашу заготовку во влажную среду на двое суток, чтобы проверить, насколько хорошо справляется цинковое покрытие. Напомню, что в этой части у нас была нанесена паста КППС с содержанием цинка, которая не оставила никакого цинкового покрытия. А в данной части заготовки мы наносили цинкор. Как вы видите, ржавчины практически нет. Новая ржавчина не появилась. Здесь у нас везде появилась ржавчина. Поэтому предлагаю нанести на данную ржавчину цинкарь. Проверить, насколько эффективно он работает. А часть с цинком от цинкора не трогать и погрузить во влажную среду еще на несколько дней. Вот такую банку цинкаря заказали. Литр цинкаря стоит 250 рублей, что значительно дешевле других преобразователей ржавчины. По инструкции нужно взболтать и нанести с помощью кисти на деталь. Наносим на детали и оставляем на 10 минут. А пока ждем, поделюсь с вами небольшим лайфхаком, как использовать жидкий преобразователь ржавчины на вертикальных поверхностях. Для этого нам понадобится обычный картофельный крахмал и тара, где мы будем смешивать. Открываем крахмал. Засыпаем небольшое количество в тару. Затем добавляем преобразователь ржавчины. И тщательно перемешиваем. Слишком жидко получилось, нужно добавить еще крахмала. В итоге получаем густую массу, которую можно наносить на вертикальной поверхности, и данный преобразователь не будет стекать. Прошло около 3 минут, как мы видим, новая ржавчина, которая образовалась за 2 дня, практически ушла. Нанесем цинкарь еще одним слоем. В инструкции предлагают немножко втирать с помощью кисточки. Хочется отметить, что в цинкаре также содержится цинк, поэтому будем помещать заготовку во влажную среду и посмотрим, насколько это цинковое покрытие хорошо справляется с защитой от ржавчины. Прошло уже около 15 минут. Как мы видим, практически вся ржавчина ушла. Эффект гораздо лучше, чем у других преобразователей ржавчины, хотя по стоимости цинкарь гораздо ниже. Я думаю, еще минут 5 подождем и будем смывать данный преобразователь ржавчины. На мой взгляд, цинкарь справился практически идеально. Почти вся ржавчина ушла. Если почистить щеткой, мне кажется, будет вообще отлично. Поместим теперь заготовку во влажную среду и вернемся через неделю.